Вы когда-нибудь задумывались о том, что мы сами создаем для себя реальность? Возможно, наше сознание – это не просто биологический орган, а настоящий портал, связывающий нас с энергетическим пространством Вселенной. Профессор Маслов привносит новый взгляд на этот вопрос, и его исследования не перестают удивлять. А что если я скажу вам, что ваше здоровье и даже продолжительность вашей жизни зависят от того, как вы программировали свое сознание? Это звучит удивительно, не правда ли? Но давайте вместе разберемся, как наши мысли, убеждения и эмоции могут стать ключом к долголетию и благополучию. Будучи физиком, я рассматриваю человека как энергоинформационную систему, которая постоянно взаимодействует с энергоинформационным пространством Вселенной. Мы в этом мире живем не случайно, и у каждого из нас есть определенная задача, которую мы должны выполнить. Но так как наша продолжительность жизни сокращена, она должна составлять не менее 120 лет. Следовательно, мы в чем-то допускаем ошибку. Мы чего-то не понимаем. Поэтому главная задача науки состоит в попытке объяснить, для чего мы живем и из-за чего возникают человеческие болезни. Об этой проблеме в одном интервью говорил доктор технических наук профессор Леонид Маслов. Человек сам создает для себя негативную программу и подписывает себе приговор. По словам Леонида Маслова, пространство вокруг нас пронизано энергоинформационными потоками. В доказательство этому ученый приводит в пример поведение акул. Каким образом акула находит то место, где есть кровь? Ведь с точки зрения физики это всего лишь жидкость, которая растворяется в воде. Леонид Маслов убежден, что акула воспринимает не кровь, а информацию, содержащуюся в крови живого организма. Ученый убежден, что эти энергоинформационные потоки, которыми пронизано пространство вокруг, оказывают определенное влияние на наше сознание, а соответственно влияют определенным образом на нашу психику, здоровье и продолжительность жизни. Проводя исследования, Леонид Маслов акцентирует внимание на клетках крови, так как считает их основным носителем информационной энергии, который чувствителен к воздействию энергии окружающей среды и космоса. Ученый рассказывает о большом исследовании, в котором приняли участие десятки человек, разбитые на возрастные группы с разницей в возрасте 10 лет. В исследовании участвовали люди от 1 года до 90 лет. Благодаря полученным результатам Леонид Маслов смог с уверенностью заявить о том, что наш организм не имеет направленности к старости и смерти, так как энергия человека в 1 год и в 90 лет является постоянной величиной. А это говорит о том, что установка на болезнь, старость, смерть создается в нашем сознании, поясняет Леонид Маслов. Ученый предположил, что эта установка образуется в нашем сознании в пенсионном возрасте. У большого количества людей она звучит одинаково. «Теперь я старый и больной человек. Моя жизнь заканчивается». У людей бытует мнение, что все болезни от нервов. Не от нервов, а от уровня совершенства нашего сознания. Любая болезнь – это отражение внутреннего состояния. Это реакция организма на внутреннее, духовное несовершенство человека. Или, если хотите, несогласие человека жить по законам мироздания. Но если у человека есть огромное желание, и он поставил задачу совершенствоваться, значит и болезнь должна отступить. Выходит, с помощью своих мыслей человек создает для себя негативную программу и подписывает себе приговор. Чтобы проверить эту гипотезу, Леонид Маслов провел новое исследование. В нем участвовали люди, которым предлагалось послушать какие-нибудь добрые слова, классическую музыку, колокольный звон, прочитать молитву. Как мыслим, так и живем. Изучая анализ крови людей в возрасте, Леонид Маслов обнаружил, что с годами у человека связи между эритроцитами начинают разрываться. При этом клетки крови слипаются, образуя структуры, по виду напоминающие столбики из монет,
монетные столбики. По словам ученого, эти столбики являются предвестниками инфарктов, инсультов и других патологических процессов. Для исследований Леонид Маслов использует кровь, структурой которой присутствовали такие столбики. Затем участникам исследований предлагалось послушать классическую музыку, добрые слова или почитать молитву. Потом делали еще один анализ крови. Ученый обнаружил, что после прочтения молитвы структура крови участников исследования становилась более равномерной. Другими словами, начинала восстанавливаться. Эритроциты образовывали структуру в виде восьмиугольников. Вот эта характеристика называется «кровь молодого здорового человека», поясняет Леонид Маслов. «Такие данные были получены не только в нашем институте», говорит профессор Маслов. «Если организм человека обладает таким энергетическим потенциалом, то можно ли утверждать, что мы не влияем на свое здоровье и старость? Когда этот потенциал снижается, уменьшается и длительность жизни». В ходе своих исследований ученый заметил, что восстановление крови у участников исследования, которые читали молитву, происходит по-разному. Результаты зависят от настроя человека, от его веры и неверия, от уровня духовности. Вместе с тем позитивные изменения в структуре крови наблюдались у всех участников исследования. Наиболее сильное влияние молитвы на структуру крови ученый наблюдал у больных онкологией. У них не только структурировалась и гармонизировалась кровь, но и жизненная энергия возрастала в десятки раз. Ученый объяснял это тем, что участники исследования, болевшие раком, относились к молитве как к еще одной надежде и читали ее искренне. По словам Леонида Маслова, это исследование показало, что лучшим целителем является сам человек и человеческое сознание, потому что от того, на что мы настраиваемся и о чем думаем, зависит то, как мы живем. Как мыслим, так и живем. Но с помощью мысли у нас всегда есть возможность изменить себя и изменить мир, считает ученый. Опираясь на результаты своих исследований, Леонид Маслов отвечает на вопрос, как поступать, чтобы не вредить своему здоровью и продлить свою жизнь. Ученый считает, что нужно жить в соответствии с человеческой моралью. Те же, кто выбирает другую сторону, покидают эту жизнь раньше времени, говорит Леонид Маслов.